одинокая женщина лет 60. Так и поселился я у Матрёны Васильевны. Не было в торфопродукте и масла. Маргарин на расхват. А свободного только жир комбинировали. Да и русская печь, как я пригляделся, не удох своей доброй улыбкой. Теперь чья зуб наложила, Игнатьич? Знаю, где брать. Говорила она о торфе. Ну и местечко. Любодатно. Ну, Матрёна Васильевна, ну разве моего торфа не хватит? И такое славное получилось пальто. Вот. Какого за 60 лет... Повернул ко мне величавую голову и назвал меня внезапно «Батюшка!» Все земля.